вокзале долго мы стояли. Мы попали в сказку, будто или сон. С нами по соседству в зале ожидания кто-то пел чудесно под аккордеон. А когда затихла сказочная песня, я спросила, кто этот бравый молодец, и ответил парень. Пел вот этот парень, молодой боец, обыкновенный русский человек, каких у нас в России миллионы. Обыкновенный русский человек, на нем простые гладкие погоны, любитель петь, шутник неугомонный, обыкновенный русский человек. Боевых сражений отгремели грозы, и тогда в Россию хлынули рекой. Отовсюду письма, письма и вопросы, главным из которых был вопрос такой: кто он, этот первый, что в бою суровом над самим Рейхстагом поднял красный флаг? И от генерала до рядового на вопрос на этот отвечали так: обыкновенный с виду человек, каких у нас в Союзе миллионы. Обыкновенный вроде человек, простой в быту, в боях непревзойденный, в свою страну по-рыцарски влюбленный, обыкновенный советский человек. Был парад победы, славою прекрасен, каждый полк прославлен, каждый батальон. У стены кремлевской брошенные наземь сотни побежденных вражеских знамен. Спит спокойно Вена, сонно глядя в воду, мирно спят София, Прага и Белград. Кто помог народам обрести свободу? Кто достоин самой высшей из наград? Обыкновенный русский человек, каких у нас в России миллионы. Обыкновенный русский человек, простой в быту, боях непревзойденный, в свою страну безудержно влюбленный, обыкновенный русский человек. Обыкновенный русский человек. И Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Георгиевны Зыкиной. Художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный артист России Дмитрий Дмитриенко.